Парад второго отделения турнира открытия сезона 2015-2016 года объявляется открытым. Продолжение следует...
Я сказал судья, имею полное право, если у них не вышли свой закон, вас автоматически дискриминировать. Поэтому сделать так, чтобы он не прекратил пользоваться этим правилом. Хорошо? Также, вот свой наушники будут вас строить. На самом деле, не вас строят, а вы будете строиться самостоятельно. Главное, чтобы, когда вы взываете ведущий этот закон, он оттуда двигался в центр. Спасибо огромное, и пуха не пера, легкого паркета. Ну и спонсором сегодняшнего турнира является Екатерина Акуси. Все победители номинации ДНД получают бесплатный спорт на дискотеку в четвергах и субботу до конца 2015 года. На Тульске бесплатно можно танцевать. Дальше. Танцевальная волна 2015 в городе Кирове. Это ежегодный всероссийский турнир, где участвуют более 200 участников, 11 видов танцев, 12 часов непрерывного шоу, 13, вы понимаете, да, цифра и слово, вот такая логика здесь, все очень просто. Вот. Победители номинации Castle C-класс D&D Rising Star получают full pass на танцевальную волну. Город Киров, очень престижный трофей. Дальше. Зимний фестиваль «Курага» — это еще один спонсор турнира открытия сезона. Он пройдет с 3 по 8 января 2016 года. Если вы не знаете, куда поехать на праздники, то достаточно выиграть номинацию «Castle D&D Rising Star» и получить скидку на участие в мероприятии. С 3 по 8 января «Ураган», «Фулпас» и все, и вы в шоколаде. И, наконец, партнер еще один, это Уральский фестиваль подкаста, который в этом году проходит в мае 2016 года. Победитель номинации «Castle C» класса и «Rising Star» получает в подарок «Фулпас» на «Урал» в 2016. Как это так?